свело ноги, и из-за этого техника разломалась, и как бы я вроде физически была готова сегодня работать, но и на финиш как бы еще был запас там терпеть, но если кто-либо понимает, что это такое, когда ну как бы сводит не закислением ноги, а мышцы, а именно на прямых ногах, на деревянных, на такой трассе делать нечего, поэтому как бы такие проигрыши. Ну, где-то перед второй стрельбой, перед стойкой, как бы уже вот проигрыш, я думаю, что пошел. У вас такая проблема впервые? Нет, в общем-то, в прошлом году на этой же трассе я испытывала подобные проблемы в одной из гонок. Ну, бывает такое, да, это, я думаю, что следствие, может, недовосстановление какого-то. Ну, в общем-то, эти стрельбы сегодня были несложные погодные условия. На стрельбе практически штиль. Ну, при стрелке был снег, был ветер, в гонке ничего этого уже не было, в принципе.